Доброе утро. Мы находимся на пиратской яхте. Сзади нас горы. Такая двухэтажная, кстати. Это же тоже наш. Трехэтажная. А, да, вот второй этаж. А там дальше третий этаж. Очень-очень большая яхта. Идемте посмотрим, что там внутри. Так, проходим. Тут такой узенький проход. А вот там можно увидеть рыбок. Там голубое-голубое море. Заходим, вот первый этаж. Там такая яхта. Внизу гальюны. Можно сходить в туалет. Здесь такие столики, он Викосика сидит. Подписывайтесь на мой канал, ссылка будет в описании. Да, конечно. Здесь вот для деток такая игровая комната. Здесь будут заниматься аниматоры. Сейчас пойду на второй этаж и на третий. Такой страшный крокодил. Только откусит руку. Поднимаемся вот по такой крутой лестнице. И попадаем на второй этаж. Там впереди яхты нарисован такой бородатый мужик, пират. Вот это у нас второй ярус. Здесь есть шахматы. Здесь есть зона отдыха. Сзади меня тоже сиденье. Здесь есть бар. Вот такой бар. Здесь нас будут кормить, но напитки не входят. И поднимемся теперь на третий этаж. Опять идем по лестнице. И попадаем на третий ярус. Здесь вот можно загорать. У каждого есть матрасик такой. Делишь полотенце и лежишь, загораешь. Вот сверху навес. Там тоже навес. И кто тут только не был. Смотрите. Вся яхта расписана. Из разных городов и стран. Смотрите. Все, мы пошли. Ходят. Смотрите, сзади нас другие парусные судна. Почему корабли ходят? Не знаю. По морю. Да. Сумничало, да? Почему корабли ходят? Они же не ходят, а плавают. Как красиво. Так что день рождения моего мужа мы празднуем на яхте. Да ты чё? Лариска! Днем рождения! Только ты еще не родился. Не родился! Happy people make money! Ю-ху! Сзади меня кричит Гай. Мы находимся на яхте. И это город Кемер. Очень красиво. Мы сидим, а денежки идут, но ведь это на самом деле так.
Да, это так. У нас биткоины еще капают, да? Куда капают? А ведь есть еще вот такая вот жизнь, а не работа-дом, работа-дом. Да, это было. Это наша работа. Нет, это не наша работа. Нет, вот это наша работа. Ну да. Сидеть на яхте. Вот такую гору проезжаем, проходим, как правильно. Смотрите, как красиво. Проплываем вот такую гору красивую. Я стою на первом ярусе нашей яхты. Такой замечательный вид открывается. На яхте отдыхаем. Да. Делай фоточку. Ага. Привет. Там не на канал будет записаться. А я Ира Бизнес. У всех ники есть. На корабле позволить за 5 баксов один глоток мартини или вина? Нет, ни в коем случае. На корабле цены, ну, раз. Нет, ну мы походили дешевле не нашли. Тут один корабль. Ну, так, пойдем. Начинаем отмечать. Я взяла себе стаканчик вина. Бутылка пива 450 рублей на корабле. Бокал вина $5. $5, почти 300 рублей бокал вина. Oh,
подарочек Борису ко дню рождения. Что, похож? Это не я. А кто? Дядька какой. С днем рождения, Бориска. Рано еще. Рано? Два крокодила стоят. Так страшно. Обалдеть. Тебе страшно? Да. Да, мне тоже.